В наши дни стоимость машины может исчисляться миллионами долларов. Однако высокая цена еще не гарантирует безопасность на дороге, а происшествия с участием престижных автомобилей всегда привлекают внимание общественности. В этой подборке мы представим 10 самых дорогих автоаварий в мире. Пристегните ремни, будет жарко. Номер 10. Американец Энди Хаус получил год тюрьмы и крупный штраф за то, что умышленно утопил свою Бугатти в Хирон стоимостью 1 миллион долларов. Мужчина надеялся получить приличную страховку. В 2009 году автомобиль на скорости съехал с дороги и угодил в озеро. Хозяин объяснил свой маневр попыткой увернуться от низколетящего пеликана. Тогда он не знал, что его снимали на камеру попутчики. Запись сыграла важную роль в расследовании, и мошенника признали виновным. Спустя некоторое время утопленный Бугатти выставил на продажу. Возможно, теперь у него появился более аккуратный владелец. Номер 9. В апреле 2015 года в Китае разбились два дорогостоящих суперкара – Феррари и Ламборгини. Их общая стоимость составила 1 300 000 долларов. ДТП произошло в Пекинском тоннеле. Оба водителя, которым было порядка 20 лет, не пострадали. А вот одной из пассажирок потребовалась помощь медиков. Полицейские предположили, что молодые люди устроили гонки и двигались со скоростью не менее 160 км в час. Обсуждая новость в интернете, многие пользователи отметили интересное совпадение. Авария произошла в день премьеры фильма «Форсаж 7». Номер 8. Дорогие суперкары страдают не только от столкновений, но и от огня. В Малайзии в 2013 году на трассе сгорели сразу три Ламборгини общей стоимостью около 2 миллионов долларов. Машины участвовали в благотворительном автопробеге. В какой-то момент один из водителей не справился с управлением и влетел в леера. Те, кто ехал позади, от резкого торможения врезались друг в друга. Начался пожар. Люди серьезно не пострадали. К приезду спасателей все три автомобиля сгорели практически полностью. А на трассе образовалась гигантская пробка. Не каждый день увидишь горящие миллионы. Номер 7. Порой дорогие аварии оставляют после себя много загадок. Так, во Франции в 2016 году не повезло уникальному автомобилю Pagani Huayra Pearl. Он был создан на заказ в единственном экземпляре и стоил около 2,5 миллионов долларов. Обошлось без жертв, однако обстоятельства ДТП весьма туманны. По некоторым данным, зад дорогому автомобилю въехал пьяный водитель. Другие источники пишут, что хозяин Pagani сам не справился с управлением и врезался в припаркованный Peugeot. Как бы то ни было, итог весьма печален. Задняя часть полностью разбито, оторвано колесо. Если машина и подлежит восстановлению, ее ремонт обойдется в солидную сумму. Номер 6. Чем дальше мы двигаемся, тем больше потери. Кёнигсег Агера стоимостью почти 3,5 миллиона долларов. Этот автомобиль попал в ДТП в ноябре 2015 года в Китае. 26-летний водитель, будучи пьяным, не справился с управлением и на полном ходу врезался в тротуар. От удара отлетело заднее колесо и сильно пострадала передняя часть суперкара. Свидетели говорят, что водитель даже не захотел осматривать повреждения. В течение 2 часов он сидел в салоне и прикрывал лицо одеждой, пока на место не приехал эвакуатор. Журналисты назвали происшествие самой дорогой автомобильной аварией в Китае. Номер 5. Бывают ситуации, когда страдают сразу несколько люксовых машин. В 2011 году в Японии столкнулись сразу 14 автомобилей. Среди них 8 Феррари, 2 Мерседеса и Ламборгини. По некоторым подсчетам, ущерб составил почти 4 миллиона долларов. Любители дорогих европейских болидов путешествовали по стране. Один из водителей потерял управление на мокрой дороге и врезался в отбойник. Те, кто ехал за ним, попросту не успели вовремя среагировать на возникшее препятствие. Столкновения стали происходить по принципу домино. Люди серьезно не пострадали. В свое время новость облетела весь мир. Номер 4. В 2016 году в Германии на гоночной трассе разбили суперкар Koenigsegg One to One стоимостью свыше 5 миллионов долларов. Во время скоростных испытаний машина врезалась в ограждение, взмыла в воздух и, пролетев несколько метров, упала на обочину. Несмотря на воздушный кульбит, водитель отделался легкими травмами. Официальной причиной ДТП была названа блокировка передних колес из-за сбоя датчика АБС. На момент аварии таких автомобилей было всего 6. Номер 3. Так сложилось, что самые дорогие происшествия связаны с техникой, выпущенной более полувека назад. Открывает тройку лидеров редчайший гоночный автомобиль Mercedes SLS 300 Porter Special 55 года выпуска. Инцидент произошел в 2015 году в Англии на соревнованиях ретро-техники. Один из водителей Ягуара решил заехать в пит-стоп. Для рулевого Мерседеса данный маневр стал полной неожиданностью. Он успел нажать на тормоз, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. Общая стоимость пострадавших машин составила почти 6 миллионов долларов.
Номер 2. Иногда злую шутку могут сыграть капризы природы. Ferrari 250 GT Spider 61 года был продан на аукционе почти за 11 миллионов долларов. Здесь не было высоких скоростей или неопытных водителей. Волею случая машина пострадала, стоя на месте. Хозяин не стал заморачиваться с парковкой и оставил дорогой раритет на пляже в Калифорнии. Внезапно налетел ураган. Он засыпал Ferrari песком, да так сильно, что от былой роскоши не осталось и следа. О дальнейшей судьбе автомобиля, к сожалению, ничего не известно. Номер 1. На первом месте нашего рейтинга Ferrari 250 GTO. Эту модель производили с 62 по 64 год, и всего было выпущено 39 машин. Сейчас стоимость каждой доходит до 35 миллионов долларов. Известно как минимум о двух авариях с участием редких Ferrari. Обе произошли на дорогах общего пользования. Так, в первом случае хозяин GTO догнал другое авто, а во втором машину разбили при обгоне. Подробностей случившегося крайне мало, но именно этим происшествием пресса приписывает звание самых дорогих автоаварий.